Очень интересно смотреть на ребят. Здесь лучшие из лучших. И как они делятся опытом, как эксперты между собой делятся опытом. Ну, вообще, очень важный конкурс, я считаю, в наше время. И очень стимулирующий для развития. Сюда попадают самые инициативные. То есть здесь только могут пройти только те, кто именно желают победить и желают узнать что-то новое. Чемпионатов я участвовал в 7 чемпионатах. Действительно много интересного, многому научился, многому научил своих коллег после того, как возвращался с этих самых чемпионатов. Реально сложно на самом деле, то есть задание очень высокого уровня, нас специально готовят к чемпионату на Ростех, чтобы мы заняли там призовые места, поэтому задания сложные, и это хорошо. Каждый чемпионат мы привозим отсюда что-то новое, что-то внедряем у себя на производство. Обмениваемся опытом, в общем, и опыт передается с завода на завод, и это тоже хорошо. Для нас очень важно обеспечивать качество наших самолетов и профессионализм тех людей, которые занимаются разработкой, производством, послепродажным обслуживанием авиационной техники, сложно переоценить. Поэтому я надеюсь, что все ребята смогут продемонстрировать свой уровень мастерства, обменяются опытом, увидят что-то новое, что можно перенять у коллег, и с новыми знаниями, с новыми успехами поедут строить наши замечательные самолеты. Наконец-то я занял призовое место, и, конечно же, эмоции у меня просто хлестали. Было очень неожиданно.